Всем привет, ребята! Ну что, у нас сегодня будет битва гильдий и нестандартная битва гильдий. Я хочу попробовать побегать все-таки одним героем, то есть соло. Я остальные герои выпускать не буду. Сорвемся, значит сорвемся. Не сорвемся, значит пройдем. В общем, у нас будет трэш. Может и 5 раз сорвемся, кто его знает. Я не смотрел еще противников. Что там у нас на БГ? В общем, мы будем пробовать сегодня бегать одним огником. Вот такой вот сборочке. 9-9 живо. Выживание для отхила. Так, ну тут у меня стоит пиромах. Сейчас мы посмотрим, что там у нас на архе не перебили. Ну, практически уже догоняют. Так, окей. Пробуем поменять чары. В принципе, я не особо за пиромагом гонюсь, поэтому говорю за пиромагом, за архи. Так, пробую разные тактики. Сейчас попробуем что-то интересное вытащить. Конечно, неплохо было бы хранителя леса затащить для дополнительного отхила. Чтобы максимальный деф ему сделать. Хотя можно также поставить восьмую эмблемку изворотливости. Так, хранитель четвертый. Плохо чары падают, как видите. Так, плюс одна клетка, не то. Было бы неплохо даже доспех словить. В принципе, этого бы тоже хватило. Пятерочку. Так, очищение. Опять хранитель четверка. Ну что, не пятерка? Чувствую, побежим с четверкой. Опять четверка, ну. Просто тупо издеваются. Кстати, надо было посмотреть, что там у меня на Бигфуте стоит. Блин, длительно это занятие, как и чары, так и эти вырыли что-то интересное. Четыре пять передача, не то. Видите, на Бигфуте тоже, кстати, на атаку чары собраны. Ну, потом на архе, если будет. Пятый по мне. Хотя, в принципе, смысла особо в этом нет. Так, пробуем. Если выпадает четверка, значит бежим с четверкой. То это будет очень долго. Либо доспех. Так, понятно все. Нереально, вот когда надо тебе, оно не падает, а когда пофиг ролишь просто так, падает все, что хочешь.
Так, ролим пятерку. Go. О, смотрите, вообще просто жесть. Так, отлично. В общем, такая вот у нас сборка Огника будет. Отхилы, все дела. В снаряге он собран на уклонение максимальное. В общем, такая вот сборочка. Надо будет еще с изворотом его потестить. Поехали. Смотрим, что там у нас на битве гильдий. 370, это как-то несерьезно. 566. 490. 520. Да. Да, ребятушки. Так, ну пробуем отсюда с Фрейей стартануть. Напоминаю, мы бегаем только одним героем. Без ничего больше. Слились, значит, слились. Прошли, значит, прошли. Ничего так он дамажит, да? Смотрите. Ледяху вообще практически ушатал. Да и стрелка тоже сейчас в буге. 89%. Минус стрелок. Там ворожей, конечно, их жестко хилит по 84к. Ну, прошли 100%. Так, первый готов. Так, где у нас еще 500-ка? Вот он, родной. Так, что у нас тут? Стрелок, Ухник, Рейка. Попробуем отсюда со стрелка забежать. Смотрим. Фрейя против Огника. По сути, Фрейя не должна пробивать. Он ее должен, по-моему, вводить очень часто. Плюс смотритель, плюс выживание. 85%. Ну, все может быть. Может просто ударить смотритель и попасть. Вот молчанку накинул. Но пока его даже ни разу не убили. Вот видите, вот только сказал, не убили практически. Так, отлично. Еще минус один. Так, 370. 495, 2. 491, 479. Значит, отсюда одного. И остальные двоих с той гильдии. Так, ну тут как-то вот вроде слабовато. Вообще что-то без огника с такой силой. Странно. Что-то тут нечисто. Сейчас по-любому на нем сольюсь. Ну, Фрейка есть и отлично. Плюс Фрей то, что вы на голубях себе стоите, вы героем не бежите. Ну, проседает, 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 причем так конкретно проседает смотрителю. Ну, в принципе, как и все герои. Но держится пока. 88%. Девяносто семь. Есть. Следующий пройден. И поехали. Два топа здесь еще. Так, смотрим, что тут у нас. Стрелок. Ну, попробуем сюда через Фрея. Хотя это не самый лучший вариант, конечно же.
через ледяху бежать. Вот тут, кстати, можно так и слиться. Зря я, наверное, через ледяху побежал. Лучше было, надо было бежать через Будича. Ну ладно, уже поздно. Сольют так сольют. Да, сейчас сольют. Не слили, не успели. Видите, все-таки через такую сборку лучше не бежать. Надо было закидывать через стрелка. Заодно бы и стрелка слили с Будичем. А тут шанс того, что салют очень большой. Особенно если сейчас он включится, и огник будет без защиты. Вариант слива очень большой. Ну тут вроде все гуд. Так, окей. Последний противник. Ну тут однозначно бежим просто через Фрея напрямую. Фрея, кстати, плакает, прокачана неплохо, и другие герои, смотрю. Роза. Все дела, в общем, поехали. Это как-то Фрея очень быстро сдалась. Это у него бракованная Фрея. А у него ворожая даже нет. Или был, уже нет. Она за живой, девятой стоит. Походу так битву гильдии проходит. В принципе, тоже хороший вариант. Думаю, тут тоже все. Нифига себе! Вот это, ребят, вот это видите, вот то, о чем я говорила, что смотритель реально может подсунуть подлянку. Вот так оно и есть. Не убивали, тут только херась и убили. Вот так вот. Ну, как я говорил, я просто не буду, даже если последняя попытка, в принципе, это не особо там изменит какой-то результат. Так бы было 9000, мы набрали немножко больше, но меньше. Но, как видите, можно бегать одним героем, но, опять же, шанс слива, как обычно, есть. Да, печально. Ну, как обычно, знаете, вот этот неждан. И только хераси, и все. И тебя просто слили, и ты не понимаешь, из-за чего. Вот такая вот битва гильдий. Как видите, такой огник реально тащит. Один соло выносит топовые базы, топовые сборки против таких же героев. Нормально можно им бегать. Но опять же, есть доля рандома в смотрителе, который все больше и больше удивляет. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Ссылочка на конкурс в описании. Всем удачи, всем пока.